полный режим пения. Ребят, я оделась как Робин Гуд. Смотрите. Сейчас вам дам заценить. Да, вот. Ну, Elden Ring, да? Ну, прямо Elden Ring. Хочу еще заметить кое-что другое. Сейчас. Удаляем. У меня почти полный лук, не хватает обуви, но кто дома ходит в обуви, да? Вот такие вот носочки. Такие. Ниндзя-носочки называются. Вот. Вы, наверное, слышите, да, как игра проигрывается? Да. Нет, это не Дюна, это уже Elden Ring. Сегодня какой-то у меня странный ник. Это волос здесь. А, это волос. Короче, вы бы знали, как я вообще с утра собиралась. Я проснулась такая, боже мой, где я? Я потому что хотела один день сегодня поспать. Вот, но не получилось. Потому что вечером мне нужно по делам. Вот, и мы, наверное, с вами стримить будем где-то, может быть, не знаю, до 3:30, две серии сегодня посмотрим Лоста. Приветик, доброе утро! Спасибо. Спасибо большое. Кстати, прикольно с капюшоном даже. Реально интересно. Вот, сегодня, да, у нас тот самый день, когда мы играем в Elden Ring. Как я не хотела этого. По максималке. О, господи. Вот, но надо играть. Сейчас кожу синдром, подождите. Проверка. Не, ну так слишком одинок. Спасибо. Очень приятно. Спасибо большое. Что же, давайте начинать. Как же я не хочу. Вы бы знали, ребята. Ну-ка покажи, как с капюшоном. В целом прикольно, кстати, выглядит. Но мне нравится. Вроде бы. Ладно, если что, сниму. Ну, хотя нет, наверное. Сейчас последний. Проверю. Ведь? Ну, не, без капюшона приятнее. Ну, так. Как приятно, что меня знает этот генеральный директор Твича. Очень приятно, кстати. Что на микрофон? А, я же должна была еще спеть. Точно, ё-моё, блин. Чего там? Что значит на микрофон? Звука нет, что ли? А, нет, есть звук. А, сейчас загрузимся и будет режим пения. Мне только не нравится, что как-то очень... Камера. Самое время. А, сейчас, да. Секундочку. Сейчас загрузимся и будет вам режим пения. Сразу предупреждаю тех, кто новый, выпьет. А, еще категорию надо поменять. Секу. Category change, please. О, я немножечко сонная, кстати. И по моему лицу это немножко видно. Ну, ничего. Сейчас взбодримся по максималке. Так, сейчас, подождите. Меня еще до сих пор не устраивает то, как я сижу. Так. Так, все, теперь меня устраивает. Все, погнали, ё-моё, блин. О, господи. А что, почему меня не переключать? Так, сейчас еще одна проблема, подождите, появилась? А, нет, не появилась. Хорошо, я думала, джойстик не подключен. Ой. Ой. На чем же мы с вами тут остановились? Я помню, что мы ебашили какого-то чела, который к нам в мир примкнул и хотел нас избить и забрать все наши вещи, но мне удалось от него убежать. А, вы предлагали мне забирать вторую катану, да-да-да. Это вторая катана здесь. Вы сначала сказали мне пойти в подземелье, затем... А, затем избить этого чела, который появился. Но я думаю, мы попробуем его избить на самом деле. Нет. Следует. Так, я вспоминаю, как это щит. Это парировать. Ой. Это, короче, это было лечение.
Ноль ничего не значит. Прыжок. А что треугольник значит? А, треугольник значит вот это. Не испугалась. Ого. Это что такое за атака такая интересная? Блин, атака, кстати, топовая. А, режим пения забыла опять. Ладно, режим пения. Подальше-то двину сейчас. Сейчас. А как, подожди, подожди, стойте, как? Блядь, я опять выбыла эту херню. На ноль. Отличненько. Ой. Опять пизделовка начинается. Опа. Ой. Не попали мы по врагам. Опа. Отхерачили. Отхерачу просто, чтобы вспомнить, как драться. Какой-то успех меня ждет. Видели в миллиметре. Вот это успех меня удивил. Стоять. Вот этот успех меня удивил. Вот такая песня. Вот такая песня. Все. Сегодня такая мини-песенка была. В процессе будем это, увеличивать силу пения. Да, мы тут поем, так что если громко, сделай тише. Бля, там какой-то чел, он меня напрягает. Я не буду. К нему не пойду. Ладно, сейчас обойдем. Так, все, мы ничего не боимся, мы не боимся ничего потерять. Мы просто быстро ускакиваем далеко гулять. Нормально? А как же? А, вот. Сейчас там будет чел, которого нам надо избить. Я не знаю, правда, получится ли у нас его избить, потому что у меня 3 хилки осталось. Что это, что это, что это? А, да. Даже не помню, для чего это рябина, честно говоря. Ладно, сейчас попробуем избить этого чела. Ребят, вы готовы? Это такой первый наш нормальный мини-босс, да? Нет, первый мини-босс был там, еще в пещере. Вот, а... Блядь, вот он. Что ж нахуй? Спасибо. А как это я подкралась? Начинает вторжение. Давай. Ну что ж, погнали. Блять, козел. Ах ты, сука. Говножопый, нахуй. Извините. Ай, блин. Ладно, еще попробуем. Блин. Пиздец. Ладно, сейчас я его избью. Избью! Да блин! Козлина ты ссаная! Хуесос. Я не успела, ребят. Я вообще не успела ничего. Жесть. Как же мне его убить? Я его не смогу убить, ребят. Это капец. А. Хилок у меня больше нет. Потрясающе. Все. Ой, господи. Ну ладно, мы его почти убили. Это прогресс, я считаю. Ничего, сейчас тебе пизда настанет. Не волнуйся. А что я там делала громко? По таймингам? Я вот самурай.
Короче, что я хотела сказать? Что по таймингу? Мы где-то, наверное, 3 часа, может быть, порубимся в этот... В Elden Ring. Вот. И уже после. Две серии Лоста. Вот такой вот тайминг сегодня. Ну ладно, сейчас я его убью. У меня просто такое ощущение, что я не знаю, то ли у меня джойстик заедает, то ли что. Но я как бы нажимаю увернуться, и он только через время уворачивается, через миллисекунду. Меня это смущает очень сильно. Давайте заберем души, которых у нас не очень много осталось. Так. Но на самом деле, если бы у нас была еще одна хилка... Где он? Блин, да как он быстрее меня? Не понимаю, как он быстрее меня херачит. Сука, говно, блядь. Сука, да я не успеваю вернуться. Почти пизделей получил уже. Вот и все, пизделей получил. Сосать, понял? Так, мятежник Генрик гибнет, талисман молота. Кто? Ой, чат прям на мне, потрясающе. А чё ж вы молчите? Так, сейчас. Просто как бы наслаждайтесь игрой. Приветик. Было уже 5 часов лоста, это было жестко, по-моему. Я не разбойница, я Робин Гудша. Так, подождите, сейчас переключу. Так, и что? И получается, и что? Теперь у меня есть этот самый... Что-то. У меня должен быть нож какой-то. Да? Зря я на самом деле это делаю прямо здесь. Это вторая катана, да? Или это первая? А, нет, какой-то двуручный... А где вторая катана обещанная? Я что-то не понял. Спасибо. В смысле, я не понял. Вы мне сказали, что здесь будет катана. Катаны нет. Вы меня обманули, да, получается? Цен. Да, вы меня обманули. Тут нет никакой катаны. Зачем вы врете? Это нечестно. Может быть, сюда надо зайти? А, открыть. Да, кстати. Может быть, сюда. О, господи. Ну, нормально. Второй раз, когда я его отхерачивала, было хорошо прям. Колизей за могилья. Совместные бои, боевые испытания. Чтобы сразиться с другими игроками, коснитесь статуи Марики в Колизее. Нет, спасибо. На этой арене проводятся совместные бои и боевые испытания. Во время совместного боя участники делятся на две команды, боевые испытания и масштабные битвы, где каждый сражается сам за себя. Нет, спасибо. Не хочу. Блин, а реально, что ли, тут нет катаны? Ну что со мной баловы, реально? Я не буду вас больше слушать. Вы наглые вруны, лгуны. Это просто несправедливость. Но зато мы отхерачили этого чела, и сколько нам дали за это? Можно посмотреть? А, это только на костре можно посмотреть. Ладно, значит, тогда идем в этот самый. В другое место. Ну, мы какую-то маску получили. Я даже не знаю, что это за маска. Вот. А там, кстати, кто-то был, да? Там какой-то... То ли не босс? А, там вот этот вот...
Не варвар, а как он называется? Короче, челик. Который жесткий типок, мы его не будем беспокоить. Блин, у меня, кстати, хилок не осталось, надо найти костер. В Неверленде погода? Да, нормально, кстати. Тепло. На удивление. Вот, тепло, тепло плюс 20. Вот. А у вас как? Кто? Моргота? Это кто такой? Вот пещера. Что это такое? Подожди, слезь. Договорить. Наш священный склеп осквернен. Немыслимо. Не вернуться по зову древа Эрт, стать живым покойником. Отвратительно. Ага. Я не могу сюда зайти, да? А, нет, могу. Босс, от которого я трусливо убежала. А какой? А, вот этот большой-то? Так, благодать. Я к нему пока не пойду. А, этот-то чел, который в замке? Не, вы чё, ребят? Я еще не готова. Я еще вообще, у меня ничего не прокачано. Так, тратим сразу все руны эти. Стойкость, сила, ловкость. А, нет, у меня денег нет. 3000 рублей стоит совсем охреневшие. Фляги, увеличить количество фляг. Хватает золотых семечек. Ладненько. Подожди, подожди. А повысить... Ой, нет, не повысить. А вот это повысить. Меняется вообще на слезы. Я его не заметила. А кого? В смысле, который в замке был или нет? Что такое пепел войны? Короче, вы меня обманули, тут не было никакой катаны. Что это за топор? У меня сейчас вот это. А, большой топор сильнее катаны в 1000 раз. Сила 30. Лос, да, будет потом. 3 часа Elden Ring и 2 серии. Где-то до, наверное, 3:30. Короче, я не знаю. Что нам дали? Какую-то маску нам дали, но я не знаю, как бы, что она мне дает. Создание. Нет, не создание, а снаряжение. Что же мне дает эта маска? О! Магия, огонь, молния. Может, вот этот шлем Годрика надеть? У него физический... А, веса у него больше. Да. Одобряем. Ладно. Что это такое? А, это здесь точка у меня поставлена. А, ну если что, проиграем, ничего страшного. Здесь какая-то локация для босса, нет? Я уже не знаю, как различать. Может, это сундук с сокровищами? Смерть, смерть, смерть. Впереди требуется критический удар. Приветик. Да, я тоже. Что же меня там ждет? Я боюсь. Заперто неким устройством. Ой, дядя, вы что? Блядь! У меня заело, прикиньте. Ну все, пиздец. У меня заело, я не могу отключить это. Что за бред? Представляете, вот эта подстава сейчас была. Я просто не могла ни на одну кнопку нажимать. Блядь, что это?
О, осколок человеческой кости. Странненько. Странно, но твоя футболка не пахнет. Осторожно справа. Блядь. Хорошо, что здесь не ломается катан и всякое такое. Справа попробуй. Что это? Свечку. Класс. О, господи. Ну ладно, что нам бояться-то? Нам нечего бояться. Мы все можем. Суки, блядь! Да, нахуй. Пиздец. Идите нахуй, блядь! Пизда, все. Да ты, блядь, можешь бежать! Идет, смотри. Иди сюда! Жесть! Это что такое? Фух. Спасибо. Да, это было бы интересно. Что это было? Я застряла, блядь! Жесть! Блин, а если я вернусь в благодати, у меня это все заново начнется. Ну, всех надо будет убить заново. Сестра-близнец? А чили там? Я что-то забыла, как это... Как стелс играть. Жесть, это что-то было жестко прям. А, блять. Ну ты что делать? Я имею в виду, как бы, что, ну... Если я вернусь в благодати, они все заново родятся, да? Ну ладно, давайте, у нас выбора нет. Мы просто их обижим в следующий раз и все. Ладно, сейчас убью этого чела, чтобы еще больше рун собрать. Ах ты, сука, блядь! Он же лучник, как он меня может бить? Очень странно. Жесть. Извините за мат. Да ровная у меня спинка вроде. Ну так сидеть. Ладно, сейчас придется все равно пойти к благодати, но мы босса не выиграем. Так ровно спинка, Люда. Они, короче, заново, видимо, зареспавнятся. Но мы их просто пробежим тогда. Блин, мне все равно не хватает денег. Самый, знаете, в чем минус-то? И в чем смысл? Что каждый раз, когда будет следующий уровень, ну вот, типа, нужно будет там пополнить, не знаю, увеличить, точнее, жизненную силу или любой другой показатель,
у нас минимальное вот это число рун будет увеличиваться, и с каждым разом будет все сложнее и с ними прощаться в случае гибели. Вот в чем прикол-то. Ну да. Водичка. Вот такая вот водичка. Чайная. Смотрите, они опять... А, ну смотри... Нет. Да, я так и знала, блядь. Ладно, мы сейчас быстренько пробежим этих кусочков. Не, замок. А, в пизду. Беги! Я ничего не буду делать. И что? Потянуть рычаг! Убьют. Пиздец. Что за хуйня, блядь? У меня опять заела эта штука. У меня опять заела эта штука. Я не могу похилиться. Пиздец. Это что за бред? Почему она заела? Почему она заела, блядь? Идите в жопу, твари. Пиздец. Что это за бред? Почему это... Эта штука выскакивает на экране, и я вообще ничего не могу делать. Не ударять, не уворачиваться, ничего. Это очень странно. Где-то открылась дверь. А где она открылась-то? Трэш. Сори. Очень странно вообще. Максимально странная херня. Я бы еще раз осмотрелась там, конечно, но я просто боюсь. Ну это странно. Вы согласны? Это так должно быть? Или это у меня просто лагает все? Так, а, вот открылась дверь-то. А, вот и босс. Ладно, давайте, ребята. Блять, меня бесит, что заедают кнопки, сука. Они реально заедают? Я нажала, он так через миллисекунду начинает крутиться. Ебать, у меня просто адреналин херачит. Все. Багровый кинжал убийцы! А почему у него было только половина хп? Я что-то этого не поняла. Сука. У меня, блядь, руки трясутся. Почему это так страшно?
Да. Да. Вау! Спокойно. Опять я могу это снять оглушительным криком. Сука, ржу. Впереди необходимый предмет. Корень смерти. Фух, реально. Слушайте, реально такое вот прям ощущение потрясающее, когда ты победил. Ух, как будто ты чего-то достиг в жизни. Вот, знаете, такое ощущение прям жесткое. Капец. Я теперь понимаю фанатов Dark Souls. Так, ну мы вроде все взяли, получается. А что за корнями? Ничего. Ах, друг, чё, сперва... Угу. Ладно, все. Вернуться ко входу, да. Кинжал прикольный, кстати. Может, его во вторую руку можно будет взять. Спасибо. Благодарю. Так, сейчас подождите, к благодати спустимся. Ну, эти, конечно, скелетоны, они вообще умные. Да тут, кстати, да, тут реально очень умные враги. Очень. А, кинжала у нас нет, кстати. Дубинка доступна. Ну, что нам эта дубинка дает, правильно? Ничего. У меня ссылка не работает, к сожалению. Вот, если ты сделал клип, я его обязательно посмотрю. Спасибо большое. А, нет, смотрите, у нас нет кинжала. Что, это кинжал для украшения, что ли? Блин, походу. Где их вообще смотреть, типа, то, что ты собрал? Но я вот здесь смотрю, тут ничего нет из того, что я собрала. А, может быть, инвентарь, кстати. Осколки звездосвета. Куриная лапка. А, нет, это не оно. И где этот кинжал? Вот этот, что ли? Нет, это чили нож. Ой, а это что такое? Твердость духа можно использовать с любым оружием ближнего боя. А как? Дикий удар. Можно использовать топорами, молотами и изогнутыми двуручными мечами. Можно использовать любым оружием ближнего боя. Грозовой удар. Ну, давайте поставим вот эту штучку. Использовать любым оружием ближнего боя. Золотой обед. Наделяет оружие свойствами и навыками. И что брать? Ну, давайте вот это. А, почему я не могу применить, кстати? А. Вы знаете, почему? Я просто даже не шарю. Я не могу применить. Странно это все. Может, на катану нельзя применить? Ладно, короче, мы не получили в итоге никакую вторую катану, не обманули, и это несправедливо. Что за наебалово, реально. Так, что это? Птиц я не буду бить. А это что такое? За дядя скрученный какой-то. А, это статуя. Я туда боюсь падать. А, подождите, а вот там, кстати, благодать. Так это же... Хм. Ну, вообще, там кто-то есть, смотрите-ка. Не надо. А что это вот он делает вот так? Это что такое? Ну-ка. Ого. Прикол. А что это я трачу? Оно вообще восстанавливается? Немножечко затекает в голова. Ну-ка, если так. Я что-то потратила. Я надеюсь, оно восстановится. Наверное, нет. Так, а это что за... Они меня ждут, да, я так понимаю? Ну, хорошо. Я готова.
А чё я, кстати, не достала сразу этот самый? Почему я сразу не достала лошадь? Пиздец. А, ну чё, пиздец, меня особо-то не ударили. Блин, я сфокусировалась на нём. Бля, нихуя себе. Ой. Ты со своим щитом вонючим, знаешь? Тебе пиздос будет сейчас. Мимо! Мимо! Подожди, нам установить хп. Ой, хп. Стамину. Последний удар. Вот так-то. И вот там еще один был. Вот так-то и последний. Все. Так. Аккуратненько. Какой-то чел с молотом, который бьет себя по голове этим молотом и бьется головой о пол. Ну это как... А, ну да, это дорога вообще в другую карту. Стремновато, если честно, туда идти. Давайте туда не пойдем. А это что? Это катакомба. А если я пойду просто сюда, вот в эту сторону? Погуляю, так сказать. А там босс был, да. Перчатки пехотинцы. Блин, я что-то боюсь. Я не могу не бояться, ребят. Блин, может посмотрим, может я уже могу что-то прокачать. Я просто не хочу терять эти руны. Так, сейчас посмотрим. Да, как раз. Так, ну жизненная сила. Будем все по очереди, короче, делать. Да. Кайф. Все. Тогда я вам предлагаю реально пойти туда. Здесь сюда спрыгнуть. У меня даже фонарик здесь есть. От рта. Так, подождите-ка. Впереди требуется прыгнуть. Опа. Это какая-то деревня дураков, ребят. Охуеть. Охуеть, блядь. Собака вонючая. Ебать, у него хп. Извините за мат. У-ху-ху-ху-ху. Один готов. Остались псины и этот чел. Извините. Собака ссаная. Допрыгалась. Ой-о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 й. Пиздец.
Да ёб твою мать! Пиздец, завыпендривалась. Что такое-то? Пей! Ладно, сейчас. Это я хочу его запутать так. Ладно, давай другого. Вот этого. Не мешай мне, блядь! Пизда, нахуй, меня застряла. Я застряла, прикиньте. Как хорошо было. Ух, вот это был адреналинчик, ребятки. О май гад. Жесть. Перчатки рыцаря Годрика. Господи, как страшно было. Особенно, когда я застряла, это был трэш. Было очень-очень страшно. Так, ну справились. Какой-то сундук. Так, слезаем. А почему не могу слезть? Могу. Ух. Ой. Так, ну может быть что-нибудь обновим уже, нет? Так, подождите-ка. Снаряжение. Вес 3,5. Кто-то идет. Блять, я боюсь. Я боюсь здесь находиться. Мы за хорошего играем. А я не знаю, тут хорошие или плохие. Так. Ну, короче, у нас теперь вот такой этот щит. Подожди. А его нет. Ну? А где он? В смысле? Я не поняла, как его достать? А как его достать-то? Подождите-ка. А? Не тебе сортировать. Нет. А какого? Подождите-ка. Что я не поняла? А, вниз. Господи. Зачем тогда предлагать варианты засунуть сюда клинки? Очень странно. Очень странно и нелогично. По максимальке. Максималька. Сейчас еще перчатки поменяем. Ого. 3,5, 3,9. Блин, там орут, мне страшно. 5,1. Не буду пока менять. Вес очень большой. 8,3. 9,5. Давай, ладно. Просто ради интереса посмотреть, что будет. Вот такая у нас теперь одежда. Позорная немножко, я бы так даже сказала. Нам нужно найти, на самом деле, благодать. Я вообще не знаю, как тут можно понять, когда хорошего ты играешь или за плохого. Да, рискнуть и убить того чела, и вообще пойти в ту сторону. О, кстати, враги еще одни. Мы их просто не добили, походу. Вот, просто если меня убьют, то будет обидно. Ага, все, текаем. Хотя... спокойно.
Ёбаный рот. Блядь! Блядь, вон, благодать. Главное, чтобы тут босса не было. Господи, пожалуйста. Здорово. Так, слезай. Как небезопасно здесь находиться в любом случае. Блин, как же мне дают этот парик вонючий просто. Жесть. А может, эти рыцари захватили мир, и мы этот мир спасаем. Понимаешь? Ну, такое вот может быть. Так, давайте поболтаем с этим челиком. Я тебя раньше не видел. Я Бернал. Богатший, как и ты. Прикольная у него броня. Позволь кое-что спросить. Тебя привезла в Междуземье жажда сражений? Твоя вера в благодать не пошатнулась? Несмотря на краях золотого порядка. Даже не знаю. Я вообще даже не понимаю, о чем он говорит. Ну да, давайте да скажем. Даже не знаю. Твоя честность поражает. Блять! Ну не стоит себя корить. Не желаешь ли ты обучиться моим боевым приемам? Я опытный мечник, но у меня когда-то был учитель. Давай, я хочу. Пришло время передать его мастерство славной погасшей душе. Давай, выучим. Так я их даже не могу применить, зачем мне их учить? Я даже не знаю, как их применять. Вы хотите, чтобы я их учила? Парирование. А у нас что, его нет? Парирование этого. Что это? Нет навыка. Я даже не знаю, на самом деле. Серьезно говорю. Я просто не понимаю, как применить. Ребят, вы знаете? Эти земли хранят множество боевых приемов. У меня еще только предстоит их найти. Старомодная рыцарская романтика. Из-за нее я полюбил мечи и боевые приемы. Она придает смерти ценности и смысл. Что, неинтересно? Что ж, я никуда не спешу, обращайся, если надумаешь. Так а как? Как это применить? Вот смотрите. Где это было? Инвентарь. Вот у нас, значит, где это? Вот оно. Почему я не могу применить? Давайте попробуем, может быть... может это не так делается? Может это делается как-то... Талисман. Вот, кстати, талисман. Критический удар восстанавливает ОЗ, усиливает атаки, снижающие выносливость при блоке, повышает сопротивление огню. Я не знаю, что брать. Может вот это взять? Хотя давайте вот это. Так, и что? Ого. Позолоченная птичья лапка, они долго увеличивают число получаемых рун. Временно повышать силу физической атаки, преподанность... Урон огнем, прикольно. Маленькая красная фигура отправляет вражеский знак вам призыва. Рядом мы, ваших гостей или вас. Да, я вообще не знаю, для чего это, если честно. Но это не то. Это все не то. Болты, оружие. А как же применить-то, ребят? Привет! Зачем? А, как здесь его броню, да. Кто-нибудь знает, как применить мне этот самый? Вот эти штуки. Может, это на костре надо делать? Ну-ка, подождите-ка. Может, вот это? Нет.
Это не то. Я не знаю. Это странно очень. Трубка сундука. Нет, это точно не она. Ребят, чего вы молчите? Вы же знаете, вы не хотите мне говорить, да? Сейчас приду, ребят, секунду. Нет. Спасибо, но я его не использую. Он у меня просто есть, чтобы просто был. Я его на самом деле не использую реально. Или ты имел в виду, что кто не использует щит? Я сейчас посмотрю, как мне заюзать эти навыки, потому что это прикольно. И че мне, почему бы мне это не использовать? Там многие полезные есть штучки всякие. Где оно? А, пепел войны. Подожди. Пепел войны. Ладно, сейчас я все равно не понимаю. Секунду. Как применить навыки Elden Ring? Это же навыки или что это? О, доброе утро! Пепел с топорами используют. Но вот любое оружие ближнего боя, вот. Я все равно не могу его завязать. Так. Нам нужен ключевой предмет, точильный нож. Это открывает возможность экипировать навыки и свойства. Встречается в самом начале игры, в Замогилье, Руины и Ворот. Мы там были, по-моему. Да, мы, по-моему, его забирали, да, такого у меня есть. Теперь зайдите в любое место благодати и выберите пепел войны. Давай. Ой. Не-не-не, все ок, все ок. Пепел войны, окей. Дальше. Бля. Сука, угарчик. Нужно было просто нажать на оружие. Понятно. Так, значит, грозовой удар. Твердость духа. Приветик, да нормально чё. Сегодня 2 серии Лостика. Вчера, короче, я думала, что буду снимать видео, признаюсь вам честно, вот. Но последние несколько дней я просыпалась в 6 утра, и, ну, потому что я была на работу, и
Вот, я видео так и не сняла, но я вчера встала как раз тоже до утра и решила немножечко поспать. И поспала всего лишь 6 часов. То есть я уснула в 6 вечера и проснулась в 12 ночи. Вот, это такая, класс! Разобрала посудомойку, пошла спать. Потрясающе. Вот, и сегодня, ну, получается, я уснула в 2, проснулась в 8, и такая думаю, боже мой, я хочу еще спать. Это, видимо, из-за того, что я не выспалась до этого. Короче, я предлагаю вот это. А, нет. Нет. Слабее. Давайте вот это. Качественное, обычное. Качественное у Тигана. А что значит бонус от характеристики? Вообще не разбираюсь. Давайте обычное. Спасибо большое. Режим, да, топовый. Вот, но зато я встаю рано. Это меня радует. Где-то здесь босс, да? А что он там предлагал выучить? Ну-ка, дайте сейчас еще посмотрю. Он мне предлагал выдержка и парирование. Я так понимаю, что парирования у меня даже и не было, да? А я пыталась парировать. Потрясающе. Я даже не знала того, что нужен навык, чтобы парировать. Офигеть просто. Так. Сейчас ночь. Ну, я думаю, ничего страшного. Давайте вот в эту область пойдем. Мы там не гуляли. Ну, где-то там босс ходит, да? Вон он. Это не босс? Нет, это не босс. Где-то здоровый чел ходит. О, привет! Да, мне не нужен навык парирования, потому что я и так парирую. Вон там кто-то притаился, видите? Вроде он шевелится. Ага. Одного удара. Так, оленей мы не бьем. Где-то здесь босс, ребят. Где он? А может он наверху? Нифига себе, у него катана. На, типа, башке. Еще один! Ничего себе. Так, спокойно устанавливаем нашу силу. Вау-вау-вау-вау-вау! Спокойно. Силу восстанавливаем. О, в раз получилось ударить. Как нам хорошо удалось вернуться. Друг друга может отхерачить. Они мне ни одного удара не нанесли, вы прикиньте. Это просто прогресс, я считаю. Мне нормально, мне нелегко. Не надо мне страданий. Я настрадалась уже. Хватит с меня. Они мне ни одного удара не нанесли, прикиньте. Ну, я как бы качаюсь, видимо, и прогресс у меня. Жесткий. Логично, кстати, очень. Че, попробуем босса отхерачить? Или еще рано? Я просто даже не знаю. Вот здесь как будто бы сейчас босс будет. Вам так не кажется? Вот это прям площадка для босса. Ну нет, я же прибежала сюда, да. А где этот босс-то? Непонятно. А, вот здесь, кстати, тоже босс, если я не ошибаюсь. Что такое-то? Господи.
Как неожиданно было. Спасибо. Люблю подарки. Подарки я люблю. Прыгаем. О, прилетели, сучки. Ладно, сейчас вам. Ну, что ты не хочешь забрать-то? Забирай! Я не могу подобрать. Ебать, он меня хотел сожрать. Видели? Он своими зубками щелкнул. Я не могу подобрать почему-то. О! Это дура. Прыгай! Золотая руна! Ла-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ты можешь забрать, нет? Правда? Думаете, реально пора к боссу? Я бы хотела, знаете, кого убить? Босса, который золотого вот этого цвета, который вот в начале игры был. Может, реально попробуем его убить? А что нам терять? Нам терять нечего, правильно? Мы уже все наши руны потратили. Может, действительно попробовать? Да. Да, именно так. А, вот где-то здесь босс, кстати. Может, его попробуем? Где он? Или он слишком жесткий? Что скажете? Он жесткий тип? Мне кажется, он жесткий тип. Да не надо мне на коняшках фокусироваться. Мне кажется, он очень жесткий тип, но давайте посмотрим. Просто сколько отнимется хотя бы. О, да. Да, он, по-моему, жесткий. Хотя, может быть, блядь. Не могу понять, если честно. Блин, не попало. Блядь, нихуя себе. Прыгай! Больно, блин! Сука! Спокойно. Я так понимаю, у него стадии, да? Воу. Уу! Нихуя себе. Блин, это жесткий босс. Я ни одного раза не попала.
чего, не хочешь стамину нашу выбила? Ладно, мы почти его убили уже. Фу, когда он начинает бежать, мне очень страшно в этот момент. Почти его убили, ребят. По письке тебе. Блядь, нихуя себе. Хотела повыпендриваться, сразу его добить. Мы прям мощно накачались, походу. И что, мне за это ничего нет? Мне за это ничего не дали, представляете? Водичка. Ребят, я стараюсь, я вот даже далеко микрофон ставлю. Блин, мне так нравится побеждать. Я не хочу проигрывать больше, мне нравится только побеждать. Так, ну что ж, я предлагаю тогда, раз мы уже такого босса можем замочить, может быть, попробовать действительно сразиться с этим золотым челом. Давайте попробуем. Я надеюсь, этот босс, которого мы сейчас убили, он не зареспавнится. Подожди, ты куда пошла-то? Ну, еще там прикольно, на самом деле, что там было много места. Вот. Это плюс. А если бы не такое огромное пространство, мне кажется, мы проиграли. Да, она реально такая же, как голова. Это был босс молокосос. Блин, у нас не так много. Не так много накопили. Ничего. Итак. Давайте зареспавнимся. Это получается, куда нам надо респавниться-то? Сюда? Нет, подожди. Вот сюда. Скорее это всего. Вот, скорее всего, сюда, да. Фух, ну что ж, давайте попробуем. Если проиграем, то ладно. Будем еще жестко качаться. Я прочитала, да. Почему? Думаешь, он реально сильный? Думаешь, он реально пиздос? Мне, если честно, тоже что-то вот ощущение, что я его не смогу победить. Но я бы хотела попробовать. Охуенно. Да, то, что он на лошади, это, конечно, преимущество жесткое. Жесть, я его еще ни разу не ударила. Да, это будет хардово. Уу! Пиздец. Блядь, охуенно. Козлина. Ладно. Сейчас заберу вещи и уйдем. Пиздец. Я не знаю, сколько надо качаться, чтобы его убить. Так, где мои вещи? Так, мои вещи вот здесь. Пока. Не, еще рано, реально.
Так, там дракон. Ладно, давайте прогуляемся. Кого еще мы можем отхерачить? Такого и не мощного, и не слабого. Ну он страж, блин, у него броня золотого цвета, чего вы хотите? Плюс еще у него, знаете, он на лошади. Вот то, что он на лошади, это капец преимущество. А это что такое? Я тут была? Да, по-моему. Да. Мне показалось, он в шапке Деда Мороза сидит. Где мы еще не гуляли? Ну вот здесь не гуляли. Да, мы еще сюда не ходили. Зачем дракон? Я не хочу. Дракон, это жестко. Ну это да. А тут ничего и нет. Есть один босс, которого мы не убили с вами. Ого, давайте спустимся. Там чел. Блять, он жесткий, мне кажется. Ладно, мы этого и хотели. Окей, давайте попробуем. Так, если что, убежим. Я хочу посмотреть, на что он сходит. Ладно, я пока так пробегу. Там тоже босс. Он за мной бежит, да? Ну да. А вот здесь что? Сучара, блядь. Ладно, ты хотел сдохнуть. Ты хотел сдохнуть. Ну как? В смысле, блядь? Вовремя я села сюда, да? Вот здесь, видите, маленькое пространство, и тут... Ну, блин, да ты урод, а? Тут маленькое пространство. И очень неудобно. Да, блядь! Вот теперь, сука, стрёмно, потому что он достал свой меч. Поднимайся. Блять, я не знаю, куда бежать, ребят. Он дрался об камень. Ага, там тупик. Все. Охренеть. Класс. Не, мне кажется, они не скидываются с обрыва, они же огромные. Блин, я довольна. Сука. Я крутая. Да. Класс. Но мне кажется, внизу нас ждет пиздос, да? Потому что там какой-то... непонятный челик. Сейчас я вам покажу его.
Мы куда-то вообще убежали вниз. Неудобно. А, нет, все правильно, подождите-ка. Или нет? Короче, да, вон, видите того чела? Он какой-то странный. Точнее, не чел, а какие-то два вида носорогов, я не знаю, как их можно назвать. Совершенственные кракены какие-то. Интересно, они сильные? Мне кажется, они очень жесткие. Кстати, там тоже есть локации. Ничего себе. Может, попробуем одного захерачить? Мне просто интересно, насколько они сильные. Давайте сейчас прочитаем вот это вот послание. Что они мне скажут? Узри, хищник. Блин, ну они очень жестко выглядят. Я не, даже не знаю, получится ли мне их убить. Ну, ну подай-ка. Ну нет, эта область вроде нормальная. Ого. У него вообще нисколько не отнялось, ребята. У него нисколько не отнялось вообще. Ёб твою мать, 500 у него с чем-то. Охренеть. Кто это вообще такой? Он клюется харчами. Он не жесткий. Ебать, что с ним нахуй? Ебать, он летает. Спокойно. Все, полетал. Это, знаете, такой тип персонажа, которые бьют все, чем могут, лишь бы убить. Это типа я, когда в Tekken играю, вот так вот. На все кнопки нажимаю, вот и он тоже. А почему? Смотрите, как медленно. Все. И что это мне дало? Ну ладно, это было несложно. Это был осьминог. Блевожуй. Крабовый салат. Да, это что-то из Resident Evil, реально. Ну, давайте второго захерачим. Мы неплохо качаемся с этого. Я его ребенка, видимо, убила, он не обозлился. Не нади! Блин, ну на лошади драться пиздец удобно. Я вот просто не представляю, как мне драться без лошади здесь. Может, его надо по моське бить? Да, по моське, наверное, надо бить. Как-то страшно он орёт. Так не кажется? А, всё. Нормально мы подкачались, жестко прямо. Ой, я случайно выпила эту штуку. Приветик. Она отдыхает сегодня. Сегодня я за нее. Блин, мне нравится побеждать, ребят, в этой игре. Мне не нравится здесь проигрывать. Когда я проигрываю, я чувствую себя униженной. Когда выигрываю, я чувствую себя просто... Это что такое? Чувствую себя мега сильной.
Куда это меня ведет? Сюда попробуем. И что это такое? Типа мне нужно успеть за ней пойти. Что это такое? И что это мне дает? А что это такое-то? Просто... Что это было? Атаковать из засады. Что? Сейчас не помешает. Нет, ничего нет. Странно. Да. Реал. Нужно поймать момент, чтобы его убить. Ну, наверное, нужно его обогнать. Нет, видимо. Типа он должен показаться? Или что? Типа мы должны затаиться, получается, или что? Давайте затаимся. Да не, не получится. Не знаю, как его убить. Может быть, он должен появиться в какой-то момент? Ладно, похуй на него. Скоробей-разбойник. Так, что у нас здесь? Кто у нас здесь? Я просто профи уже, ребята. Я уже таких врагов мочу на раз-два. Это кайф полный. А что это тут написано? По воде можно скакать? Что там? Отскок сейчас не помешает. Узреть тщетность. Короче, не понимаю я. Ладно, давайте просто... А чё, подожди, мы не собрали что-то? Сок белой плоти. Давайте поскачем по воде. Мы не сможем здесь вот там... А. Нифига себе. Давайте попробуем. Да, я увидела, мне это просто в чат не показывает сообщение, а так я вижу, что он задерживает. Сейчас. Вот здесь будем стоять. И ждать. А, нет, подожди. Сейчас. Ну, это будет сложно, наверное. Попасть. Чё меня обманул? Подожди, сейчас слезу. Пеплом войны, а я у меня пепел войны, вот. Нет? Это не оно? Пепел войны-то это что, это не меч? Приседание. Реал. Блин, как полезны эти штуки, оказывается. Впереди птица. Кайф. Спасибо. Впереди птица, а где? Вот это что ли? Нет, это коряга какая-то.
Коряга. А что за птица? Птица-босс? О, враги. Видали это? Это ли не кайф с одного удара их убивать? И что это кайф? Так, я вообще по своей местности гуляю. Не будет, а? Ой. Здравствуйте. Что тебе нужно? Мне не нужны неприятности. Давай купим у него чего-нибудь. Земляные брызгуны! На-ра-ра-ра-ра-ра! На-на-на-е-е! И ничего мне не надо. А, нет, подожди, давай я продам. Подожди, я хочу продать эти перчатки, которые у меня есть. У меня их там очень много. Так. Где? Вот. Итак, что мы используем? Мы используем вот это, да? Мы одну сохраним, а эти продадим. Так, что еще? Вот это продадим. Не знаю, оставлять. Ну, давайте вот это продадим, окей. Вон, сколько у меня еще перчаток. Одну оставлю, да? Хотя... Просто не понимаю, почему она 200 стоит, а это 100. Хотя у этого больше урона как будто. Ну ладно. Я по одной пока ставлю. Вот это как будто такая интересная. Нет, она не очень сильная. Палаш. Сейчас посмотрим. Так, у меня вот эти. Как будто бы вот эти прикольные, хотя вот эти дороже, не знаю. Ладно. Палаш, давай посмотрим. Оружие. Я даже не подумала о том, что его можно купить. Палаш, вот. Меч. Обычный. Блин, он дорого стоит. 1080 рублей. 1800. Сравнить можно? Нельзя. Справка. Пояснение. Ладно, не надо мне пояснение, убери. Я не знаю. 1800, думаете, нормально? Дорого. Сила атаки 117, смотрите. А у меня... У меня, по-моему, больше силы атаки. 121, а там 117. Так что я не буду тратить. Сейчас поменяю еще себе, может, вот эти. Блин, слабее иммунитет, ну ладно. Так подожди, я даже не знаю, как прокачивать. Но я потом к нему вернусь, я сначала прокачаю себе эти... Всякие, короче... Как они называются? Там сила атаки, вот это все. Я сначала это прокачаю. О! Пещера! А где это она тут была? Короче, пещера, все вот это прокачаю, и потом уже пойду куплю. Я, если что, знаю, что он здесь. Я боюсь. Впереди пещера. Блин, мне страшно. Там враг, да? Я не знаю. Я боюсь. Я боюсь проиграть. Потому что мне нужно было прокачаться. Блять. Что это такое?
Ладно, сейчас прокачаемся, подождите. Как больно. Подожди, я сначала прокачаюсь. Так. Повысить уровень. Итак, повышаем по очереди силу. Рано выиграть? Так. Чё ты там страдаешь? О, что ты здесь делаешь? Не мешай страдать. Уходи немедленно, а то они явятся и изобьют тебя до полусмерти. Ты можешь повторить мою судьбу. Не знаю, можно ли тут летать на драконе на самом деле. А, что ты здесь делаешь? Да, это было. Ну что думаете? Вот пиздец. Я уже не знаю, чего бояться, чего ожидать. Тут так темно. Тут очень темно. Захват цели. Тихо. Впереди требуется дальний бой. Почему? Давай! Вау! Вот это да! Что я сделала? Сама даже не шарю. Офигеть, темно. Так. Я боюсь! Я боюсь! Блять. Сука. Куда я иду, а? А, просто пещерный мох. Еще один пещерный мох. Что здесь? Впереди требуется дальний бой. Это мы вернулись обратно, что ли? Подожди, это мы... А, вот все. Да, это мы поднялись наверх, окей. Каким-то образом. Чё, вы готовы? Не надо мне никого приглашать. Впереди босс. Вы готовы? Вон он, это босс? А нет, не могу. Два босса? Ебать, что происходит нахуй? Пиздец. Это нереально, чуваки. Охуеть. Да. Как их убить? Блять, а там же еще все эти. Подожди. Там же они еще все. Я их не убью, короче. Удачи, удачи. Угу.
Ебать, у меня адреналин хреначит! Где он? А где второй-то? А где второй? Может, заела? А вон он. Это я. Это я могу. Yeah, baby. Вот это видели? Фух! Хорошо было? Ребят, я уже, походу, просто шарю. Как в нее играть? Я вообще так горжусь собой. Вы себе даже не представляете. Только начало. Почему? Хаос. Что там? Радость. Вернуться ко входу озера. Я что-то боюсь дальше идти, на самом деле. Круто! Сейчас, подождите, проверочка небольшая. Я размазала уже весь консилер. Все ок. Ух, чуть-чуть попьем. Туда этих ящеров. Ну, мы уже нормально подкачались, я просто вспоминаю свой первый бой. Требуется дракон. В смысле? И куда это мы идем? Я кого-то слышу. Это все? Ради чего мы шли? Ебать! Неожиданно. Куда мы идем вообще? Ебать. Ого! Да будет свет. Вау. Это мы с другой стороны, что ли? О, мы на острове. Мы на острове, чуваки. Мы на острове, на котором нас здесь быть не должно, потому что у нас не так сильно прокачан уровень. Ну и ладно. А мы просто прогуляемся. Гулять нам никто не запрещал. Все что, всегда знаем, что здесь выход. Но мне кажется, на этом острове какой-то пиздец нам идет, да? Правда? Это Lost. Ты не шутишь, или ты меня обманываешь специально, потому что я уже никому ее из вас не верю, когда мне сказали, что я найду второго кота, но там, где ее не было. Точно это добрый остров? Я вам не верю. Это, не, в этой игре не может быть добрых островов. Lost, да. Отдохнуть. Так, блин, я крутая! Не хватает 300 рун. Очень жаль. Очень-очень жаль. Что это? Это какой-то огромный чел? Или нет? Вот это что такое? Дом драконьего.
Причастие? Где причастие, может быть? Дракон является в видениях. Ритуал драконьего причастия. Что тут делать? Дыхание дракона. А, ну, наверное, да. Видимо, здесь можно управлять драконом, наверное. И это прокачка для дракона, скорее всего. Прикол. То есть потом в будущем мы вот этого, наверное, дракона у озера убьем. И сможем им управлять. Прикольно. Это, конечно, интересно. Я согласна летать на драконе вместо лошади. Мне кажется, мы станем просто мега сильными. Так, что тут еще есть интересно? Ну, мне кажется, здесь какой-то дракон. У меня чистое ощущение такое. Потому что не может этот остров быть просто островом. А-а-а. Это молитва? А-а-а, блин, жалко. Я думала, можно. А почему я их не могу туда получить? У меня еще уровень не так раскачан, да? Голова гигантской стрекозы. Что это было? Показалось. Впереди нечто. Ребят, я вам говорю. Зловещее создание. Что это? Вы слышите? А-а-а. Вот и зловещее создание, да? Угу. Так, это что? Я черепашку не буду бить. Я черепашку не буду бить. Что там? Замедление сейчас не помешает? Хорошо. Ах, подумай хорошенько. Сундук с сокровищами неожиданно. Вруны! Лгуны! Мы умрем, наверное, если прыгнем, да? Ну а чё? Я думала, мы тут как Дейенерис. Будем летать на трех драконов. Будем их менять. У нас будет питомник драконов, а чё б нет? Ну и ладно. Ну и не надо. Что тут еще есть? Я думаю, все, тут больше ничего нет. Скорее всего. Сейчас еще на эту сторону быстренько пробежим. Сейчас, сейчас. Все, я думаю, тут реально ничего нет. Да. Окей, ладно, давайте куда-нибудь отправимся. Куда? Не знаю. Давайте попробуем в целом вот в эту, может быть, сторону пойти. Ой. Посмотрим, что там. Так, из этих катакомб срочно надо выходить. Нам нужно 300 рун, и мы сможем прокачать что-нибудь. А давайте! Ну, значит, там пиздец, наверное, будет, если ты так написал. Я уверена. Так, пока пиздеца не вижу. Но булки не расслабляем. Знаете, что не хватает ей? Не хватает скорости. Есть, интересно, такой навык? Или он просто с уровнем проходит? Я бы скорость вкачала, скорость удара. Это очень нужно.
и скорость уворачивания. Ну, я не знаю, мне кажется, такого нет. Так, а можно посмотреть, сколько у меня уже рун? Нет, мне еще не хватает. А, или нет, мне хватает, кстати. Подождите-ка. Мне, по-моему, кстати, хватает. О, приветик! Hello! How are you? А, кстати, можно было капюшон надеть вот так. Смотрите, вот так. Оп. Это слишком огромная голова получится. Вот. Я похожа на себя там. Я нормальная, уже подкачалась прям нормально, и мы несколько боссов даже сегодня убили. Вот. Так, нет, тут нет скорости, к сожалению. Очень жаль. Наверное, ловкость это и есть скорость, мне кажется. Yes, I can speak English, hello. Да. Но это я не знаю, все говорят, что это мини-босс, а для меня это босс. Вот. Одного, по-моему, босса, но у него была половина хп. Вот, уже стерто почему-то. И еще два босса, мини-босса в пещере. Нифига, он вернулся. Так, что здесь? Быстренько не пойдем. Пойдем потихонечку. Это босс. Блять, я так и знала, ёбаный рот. Что за хуйня, блядь? Нет, ладно. Пока. Я пошутила, ёпта. Иди гуляй. Понятно, почему вы меня туда звали. Все с вами ясно. Нет, его мы не убьем. Это слишком жестко. Почему я не могу карту открыть? Прикиньте, я не могу. Ну, наверное, потому что типа враги рядом. Я предлагаю вам тогда убить вот этого челика, который там гуляет. Так. Хоть и это дорога для каких-то супер боссов, мне кажется. Yes! I'm coming, man. Wait a second. Так. Как же мне тебе помочь? О, звезды, как же я рад тебя видеть. Я Александр, по прозвищу Железный Кулак. И легко заметить, что я застрял. А где он? Прошу, вызвали меня отсюда. Помочь. Это же... Кто это? Фу, да. В замок не ходила еще, да. Learn Russian language. To understand me. Стойка дает выносливость, ловкость нужна для тех, кто часто скачет на коне. Значит, стойкость надо тоже качать, офигеть. Спасибо. Тысяча благодарностей. Просто хорошенько потряси меня сзади чем-нибудь увесистым. И я выскочу, как пробка из бутылки. Действуй решительно. Нет, не волнуйся, я не такое переживал. Врежь от души, как говорится. Так. Мне надо его ударить? Я боюсь. Ножом? Подожди, а ножом или чем? А, сильным ударом? Нет. И чё? А, мечом? Вы меня обманываете, он сейчас умрет. О, получилось. Меня не будешь бить? Ты справилась, добрая госпожа! Отличная работа! Твой могучий удар чуть было меня не прикончил. Хороший. Сейчас он просто в босса превратится, смотрите. Но теперь я свободен, и это главное.
Спасибо, прошу, прими это в знак моей благодарности. As a token of my appreciation, I'd like you to have this. Спасибо. И снова рад знакомству. Я Александр, воин кувшин. Александр Железный Кулак, если точнее. А я направляюсь на восток, где планирую продолжить обучение военному делу. За этими землями простираются звездные пустоши, пораженные красной гнилью. А на южной границе пустоши стоит замок Рыжей Гривы, где проходит фестиваль войны. Мне и прежде доводилось слышать о таких празднествах. Одно упоминание о них заставляет сердце биться чаще. Мой путь лежит на восток, замок Рыжей Гривы. Да. Ну да, все. Да. Прикольный горшок. Он реально милый. Очень даже. Где это мы? А, мы, кстати, здесь не гуляли, походу. Да? Да. Дядя. Я не думала, что он может быть сильным. Всё. Меня стрекоза вонючая атакует. Прикинь, иди сюда, блядь. Ты слышь? И сюда, сука. Ты хочешь умереть, да? Я тебя отпизжу сейчас. И сюда, а? Козлина, блядь! Иди сюда, сука! Ты прикинь? Они меня хотели отхерачить. Больно. Кучара. Это комары вонючие. Вообще офигели, блин. Я вас не трогаю. Вы меня не трогайте. Все честно. Ладно, убегаем. А что он тут делает? Зря. Да это муха ссаная, ты успокоишься или нет? Ого, я ему снесла уже, смотрите сколько.
Yes, baby. Уже так быстро прям справляемся. Меня это радует. Да блядь! Где ты, сука? Убежала, смотри, какая мразь. Нет, вот она. Поняла? Сдохла тварь. Ну и тварь, а. Трэш. Чего там вы пишете? Секунду. Приветик. Сука. Блин, ну, не знаю, просто хотела... Ну, короче, это такой, знаете, внутренний момент, когда ты хочешь добиться победы и не хочешь быть униженным. Вот, это у меня такое. Поэтому меня заинтересовал Elden Ring. Собственно, да. А что там внизу-то? Да. Кто это орёт? А, так он живой, получается, опять? Мы можем этих великанов херачить и качать левел. Получается, нет? Ну там что? Он мне предлагает, кстати... Сейчас. За могилье. Он мне предлагает... Наверх прыгнуть к этому боссу? Ну, давай. Воу. Тут их два. Просто если еще будет тут два, это будет пиздец. А, он типа, это получается супер, ой, не супер удар, как его называется. Критический удар, вот, поэтому ему столько хп наносит. Подожди, да я стамину подключаю еще. На тебе по жопке. По жопке получил, называется, и отдыхает. Там их три, ничего себе. Ну давайте, я-то только за. Они в целом одна, четыре. Ну это не босс, это как это можно назвать? Просто сильный враг. Ладно, если он меня задевает, он мне сносит половину ТП-шки. Но на лошади, конечно, очень удобно. Если бы не лошадь, я не знаю, как я буду добиваться. Тут еще, видите, места много, как я вам говорила. Если мы были бы в замкнутом пространстве, я бы от него просто убегать не смогла. Так, ну еще два. Какой только из них сработает. А-а-а, прикольно. Кровотечение тогда это топчик. Просто они сейчас у меня два активируются, и это будет тяжело. Спокойствие, только спокойствие.
Там еще один. Там их трое, блядь. Во, они друг друга могут мочить, кстати. Это очень удобно. Ну, если они вдвоем по мне ударят, это будет пиздец. Воу! Пиздец. Ребят, ну вот это уже жестко. Я вам так скажу. Так. Сука, ржу. Блять. О, почти. Ладно, давайте сейчас побьем их немножечко. Пей. Блять, охуенчик. Давай. Ой. Ебать, я увернулась просто жестко. Капец, сколько мы их уже убили здесь. А что ж ты задом ты идешь? Боишься меня? Боится. Ребят, какой это уже великан тут здесь? Пятый? Здесь. Офигеть, мы с вами прокачались. Мощно просто. Хотя, наверное, с них рано или поздно ты тоже не будешь получать опыт. Скорее всего, это так работает. Блин, класс. Катана, конечно, это топчик. Уровень должен быть, но вряд ли, конечно. Что это такое? Что тут? Великан. И что? И что это такое? Можешь разбить великана. Блядь, да ладно! И что делать? Блядь, я всех убила. И что делать? Так нет, подожди. А как же я его выманю? Они здесь больше не заспавнятся никогда? А, да, то есть можно. Окей, сейчас. А что это мне даст, кстати? Появится? Окей. Я думала, он не появится. Сейчас. Что у нас здесь?
Ебать, он похилился. А как он похилился-то? Так, у него уровень бешенства высокий, это не подходим. Может его вот эти... Есть его... Нет. Так. Сейчас еще вот здесь все соберем. Вот этот грибочек. Что это? А, это птичка. А что? Кто еще там? Больше никого нет. А это что за замок? Впереди лжец. О, приветик! Так, сейчас я поставлю туда вот здесь точку. Мне надо сюда вернуться. А это что такое? Что-то оранжевое. Великан. Может его выманить как раз? Он меня будет бить? Они что-то охраняют. Блин, да, он меня будет бить. Да! Ранний подруг, да. Ну, кстати, прикольный ранний подруг. Посмотрим, на самом деле, сколько мне... Как я буду после стрима. Что тут написано? Требуется большая дорога, но впереди требуется удача. Ладно, вернемся сюда еще. А можно еще одну метку поставить? Вот. Окей, сейчас тогда камбэкнемся. Лачуга воителя. А где? Ладно, давайте. А, получается до 3:30. То есть где-то в 2:30 через час закончим Elden Ring. И 6 000, почти 7 000. Вот. И это самое. И две серии Lost будет. Так что до 3:30. Давайте стойкость прокачаем, я думаю, да? Выносливость вот качается. Да. Так, чё? Я могу увеличить количество пляк? Нет. Ой, извиняюсь. Ладно, тогда погнали. Ночью, конечно, не хочется, давайте днем пойдем. До утра. А что, не надо? Да пофигу. Да я потихоньку все равно хочу качаться. Жестко. Это куда-то туда. Мне интересно, конечно, что у... Что в этом камне было? А как же я туда проскочу? Не понимаю, куда идти. Мне получается за эту стену. Ну и ладно. Ну и ладно. Ага. Да-да-да. Останьте. Ой-ой-ой. Куда? Давайте наверх. Не помню. Нам, по-моему, вниз. Нам бы вообще туда. Да? Блин, что мы не туда бежим. А, все, я вспомнила. Нам, короче, вот сюда. И отсюда. Оружие. А где его надо улучшать? Его на костре также улучшаешь? Или у специальной тети Моти.
Сейчас я этого челика проскочу. Да-да-да, рычи-рычи. За могилья. Так, ну что же, это будет супер-челлендж, ребят. Ух. Дядя! Сюда! Что, ему похуй? Давай тебя. А вот, все, проснулся. Ударил? Блять, мимо надо. Так, и что теперь делать? Теперь надо его убить. Блять, ну я себе. Смотрите, присел. Сидит. Мне надо забрать. Кузнечный камень какой-то. И что, зачем он мне нужен? Смотри, наблюдает за мной, а? Все, там ничего больше нет, все. Еще туда идем, все. Быстрее. Сваливаем. А-а-а! Мимо. Все, мимо уже. Аре. Блять, а как же мне? Как же мне туда добраться? Эти волки хорошие. Так, еще один. Блин, жалко их. Сейчас, сейчас. Сейчас портану секунду. А как же мне туда залезть? А, я могу вниз спрыгнуть. Дорогика. Сейчас. Просто интересно, что там? Я уже не боюсь этих великанов. А, я вспомнила, что там. Там тоже великан вроде бы. Да, это же обратный путь, нет? Хотя, может, и нет. Нет, там просто что-то лежало такое огненное, а сейчас этого нет. Либо я не увидела. Сейчас. Секундочку. Да, на стене вот что-то там. Это получается, мне надо как-то объехать. Давай. Объедем, так уж и быть. Что-то поправляю. Короче. На самом деле, игра немножечко скучновата. Ну вот для меня лично. Тут особо ничего не происходит. Ты тут просто бегаешь, типа, и только качаешь левел. Вот. А, мне это прям не доставляет какого-то удовольствия, честно говоря. То есть, да, прикольно убивать боссов, но если бы они бы сюда засунули сюжет, это было бы легендарно. Но я просто обожаю сюжетные именно игры. Вот. И пока, так как ты гуляешь по одним и тем же локациям, это немножечко скучно. Вот. Ну, лично для меня. Кстати, вот здесь, да, должен быть босс, но мы его не будем трогать. О, там какая-то башня. А как же я до туда допрыгнула?
так. Есть, да? А почему я до сих пор его так и не поняла? Бля, хуесос. Я ни разу не могу в него попасть. Я хочу его катану. Видали это? Последний удар был попал. Что это? Показалось. Что там у нас интересно? Впереди ценный предмет. Осторожно справа и осторожно слева. Да ёбаный рот. Так, на меня же этот великан не напрыгнет. Это я не хочу неприятностей. Талисман со стрелой. Впереди что? Впереди прыгнуть отсутствует. А, так, ну ладно, давай. Ты что говоришь? Вернуться туда, вот где вот этот чел, да? Лачуга воителя. Блин, прикольно. Мне нравится, что я оделась под Elden Ring. Это реально прикольно выглядит. Тогда я качала же оружие. Смотри. А, ну у меня просто бабок побольше стало, и поэтому я могу качнуться. Итак, что есть? Грозовой клинок. Можно использовать мечами, кроме огромного оружия, парных клинков, тяжелых мечей. Но у меня не меч, у меня... Это катана, это меч или нет? Или катана, это катана? Самое дорогое, это вот это. Топор. Пинок. Можно с любым оружием ближнего боя. Или можно сколько угодно поставить, или одну. Вот это вопрос. Можно использовать с оружием... Угу. Что скажете? Ну, сейчас, ладно, посмотрим. Well. Посмотрим. По-моему, один. Если я не ошибаюсь. Очень жаль. Так. А, подожди, вот так. Только одну, да, можно выбрать? Да, только одну можно выбрать. Ну и нормально у меня вот эта утиганана. Или как она там? Сейчас посмотрим, подождите. Я не знаю. Накапливает кровотечение. Давайте сейчас еще раз про 1800 прочитаем. Here to learn a battle art. Можно использовать ничего. И что тут? Ну, почему ничего не пишется? Ой. Ладно. Ну если на 1800 стоит, я думаю, это прикольно. Ладно, давайте купим. Будем пробовать разные. Wow. Так. Если что, продадим. Блять, хуйня полная, короче, это. Полная хуйрага. А, нет, подожди, обычная. Сейчас. Я не могу понять. Да нет, по-моему, одинаково. Честно говоря, я не шарю вообще. Просто разницы не вижу. Ну, мы вот это купили. Но одно и то же.
Просто эффект разный. Ой. И сменить одежду. И что тут? Зачем мне ее менять? Не хочу. Ну, уже поздно. Уже потрачено. Ладно, еще попробуем кого-нибудь замочить его. Ну, давайте того же великана замочим. Подожди, ты мне сказал, это улучшение оружия, нет? Логично. Я так и думала, что такой сюжет. Блин, зря я купила эту хуйню. Ниже по карте. Вот это? Еще ниже. Вот этот. Окей, давай посмотрим. Блин, зачем я купила эту хуйню? Ну ладно, пускай будет. Так уж и быть. 1800 рублей, слишком дорого. May I have a word? A pleasure to meet. I am the witch Renna. I'd heard tell of the tarnished. Я не был. Я слышал рассказы о некопогашенном чаще верхом на призрачном скакуне. Что ж, судя по всему, речь о тебе. Ты обладаешь даром призыва. Так, подожди, так нет. Да, я могу призвать. Я так и думал. Я должна передать тебе одну вещицу от бывшего хозяина потока. Колокольчик призыва духов. Спасибо. Это колокольчик, призывающий духов. Они восстанут из праха, кто не был возвращен древом. Эрт. При жизни они были воинами, и ты ненадолго сможешь управлять ими. Почему у меня такой был колокольчик-то? Теперь колокольчик полностью в твоем распоряжении. Понимаешь, что мы встретимся вновь, вот мой совет, хорошенько изучи нужду земли. Интересно, когда же погаши восстанут пальцы? Ого. Так, и что ты мне сюда? Вот этот чел. Блять, как же мне давят наушники, я в ахуе просто. Я просто в шоке. Это говорит. Так, ты снова здесь хочешь купить что-нибудь? Давай купим. Или что, мне не покупать? Койф. Выглядит, кстати, прикольно. Где? Да, точно. Блин. Так я сейчас просто на все это. На все свои бабки увеличу. Почему нельзя? Чё так мало? Кстати, я вообще не использую щит. Блин. Может, не вот так посидеть? Так нет, почему мы же за руны их улучшаем? Руны у нас много. Кузнец у круглого стола. Это там, где у меня такой, типа, замок, дом. Вот это, типа, да? Где он там? Где он? Вот это, да? А почему так? Туда? Ой. Блять, у меня просто болит башка от этих наушников, потому что мне еще давят там. Я пока без звука посижу. Потому что мне давят, сука, этот парик. Сейчас я его туда достану. Туда вот прям. О, господи, как хорошо. Эта сеточка мне давила. Иджи великан. Я такого встречала или нет? Я не помню. Да, ребят, я посижу вот так пока, ладно? У меня голова отдохнет, я понимаю. Так, и что?
да, точно, точно, точно. Так странно слышать свой голос без наушников. А я не помню, где тут. Посмотрим. Блин. А где этот кузнец-то? Ты кузнец? Здесь. Здесь? Где он? Коридор. Старые служанки, близнецы. Так, я запуталась. Говори со мной. Ты выйдешь и налево. Подожди. Вот сюда, наверное. Да, вот. Здрасте. Well, I took you for no matter. It's all the same. How your arm sense. Усилить оружие. Ну вот. Требуется дополнительный предмет. Какие? У меня же деньги есть. Кузнечный камень, ёбаный рот. Кузнечный самот. Да у меня нет твоего кузнечного камня. Войне, пепла, войне. Блин, а где мне этот камешек взять? Я хочу посмотреть, что в магазине у этих сестер-близнецов. Они какие-то интересные такие персонажи прям. Блин, может реально купить себе наушники, капельки, потому что... Ну нет, мне не хочется их покупать, потому что мне обидно, что я купила такие дорогие наушники. Ну ладно, они мне давят только с париком. Ого. Синее кольцо с тайной надписью. Так, что тут? Зачем мы улучшали оружие, если мы можем здесь его купить? Мы можем же второе оружие взять. Во вторую руку. Да, он как будто бы из фильма Дюны, но как будто бы он еще и Робин Гуд, и как будто бы еще немножко Элден Ринг. А у меня вроде были какие-то колокольчики, нет? Так, а это что такое? Печать пальца. Блин, а у меня... А где взять еще одну вот эту катану? Я хочу, чтобы у меня два меча было. Ладно. Мне просто писали, что... Точнее, не мне писали, а я смотрела в интернете, что где-то здесь. Ну, а в пещере там ничего не было. Вот в этой пещере, по мерку левой катакомбы, я же там была. У меня там ничего не было. Да, и там ничего нет. Ну и где там? Сейчас. Вторая катана, Elden Ring. Нет, это помертвелые катакомбы. А есть еще одни катакомбы. А, нет, наверное, это они просто перевод другой. Так, и что? Они используют северной части Лимгреева. Из места благодати следуйте вниз. Мимо первого скелета, затем спускайтесь еще ниже по лестнице справа. От лестницы выходит ниша с небольшой дверью. Это та. А, еще одна подземка, ничего себе. Да. Вот здесь какая-то. Вот здесь прям. А нет, подожди.
Вот здесь, короче, подземка есть. Нет, подождите-ка, я что-то путаю. Да не, по-моему, это та. Вот я вот по карте смотрю. Да, это она. Значит, я пропустила. Странно. Сейчас. Палец сжала. Я, может, что-то не увидела? Так, я надеюсь, все там. Да, волосы выросли на полметра. Окей. Там столько скелетов, что просто пиздец. Так, сейчас я их всех убью. Качалось нормально так. Так. Вот здесь. Впереди боевая экипа. О! Опа. Скрытая какая дверь, а? Лево. Так. Да, сейчас. Нас тут не было? Ура! Ебать. Пиздец. Бля! Во мне столько стрел. Сейчас я вам сейчас всем пизды дам. Сейчас. Ебать, просто пиздец просто.
не убила, ничего снова станут. Пошли нахуй. А хотя нет, я их убью, всех, всех. Козёл вонючий, сдох. Дура, это ты, дура, блядь. Хуесос. Понял? Шёл вон отсюда. Это были последствия драки. Кровавая роза. Зачем же она? Всё, уходим. Ой, гнис, нет. Окей, да. Все, уходим отсюда быстро. Тикаем. По максималке. Это что? Материалы. А здесь что? А, ничего. Все, ладно. Жесть. Косточки какие противные, а? Привет. Нам не хватает опять кукси, да? Что я хотела, я забыла. Зачем сюда пришла? Ни зачем. Итак, наряжение. Yeah, babe! Сейчас просто всех отхерачу. Может, катану улучшить? Так, а как, подожди, где понять все, что у тебя эти камни есть? Они вообще как падают-то? С кого? Не пойду на босса пока. Радужный камень, блин, я не знаю. Сейчас вторую катану закачаем. Блин, я не то сделала, ладно. Так, где эта баба? Короче, я думаю, да, что мы сейчас прокачаем вторую катану и попробуем реально на босса. Мне просто интересно, получится ли. Да, у меня, кстати, есть эта штука. А это вот этот, да, ну, меч? Второй. Крис. А, я прочитала, кто тебя... Как тебя зовут? Переходов может только собрать камни. Да? Это вот это моя вторая, да? Получается-то. Или нет? Блин, давайте посмотрим, может у него есть. Ой! Я случайно тебе костер сломала. Так, купить. Как эти камни-то вообще выглядят? Их тут нет. Не у всех они есть, понял. Ладно, давайте реально попробуем на босса. Сохранюсь. Хотя ладно, давайте поищем. Может, у кочевника, наверное, нет? У кого же может быть? Может быть...
Убита горем служанка вряд ли. Да, я боюсь. И что? Может, у него? Нет. Может, у него, кстати. Ирина из Морна. Ладно, я не знаю, я не пойду. Я пойду сразу к боссу. А это кто? Да ладно, все, давайте попробуем босса сделать. Хотя, блин, у меня же там дофига этих... У меня там дофига было рун. Сколько? 2500. Можно сейчас еще быстренько пока затестить клинки. Я замочу какого-нибудь великана, просто еще одно что-нибудь себе качну, чтобы не расстраиваться, если я просру. Потому что я обязательно просру, это как бы... Нет. Я понимаю. А как вторую катану-то бить? А я не могу на коне вторую катану бить? А как? Лошади никак, но это так неинтересно. Так неинтересно. Ну ладно, хорошо. Блин, зря это я так слезла. Это неудобно нифига, конечно. Ладно, сейчас докачаем левел и пойдем бить босса. Ладно, идем великанов херачить. Ой, не создание, инвентарь. 3500. Ну, а что делать-то? Левел надо прокачать срочно. Великаны мне в этом помогут. Ну ладно, ты не хочу руны потерять. 3500, слушайте, рун. Нам сейчас, получается, дали сколько? А нам сейчас дали косарь рун. То есть мы, если мы сейчас 5 великанов убьем, мы сможем кое-что качнуть. И все. И да. Так, я только не помню, как куда идти. Возьму призыв в инвентарь. Вот это? Блять, там кто-то сзади. Где? Снаряжение. Нету. Меня нету, все. Вот, наверное. А как его взять? Как его взять? А, в снаряжении, подожди. Сука. Вон они, да? А, нет, это прах волков. И что это дает мне? Это один раз можно призвать? Да? Прикольно. Я не могу это сделать. Почему?
Берег озера Лиурни. Сейчас. Прикол. Прикольно, спасибо. Торговцы, кочевника, берег озера Лиурурин. А, это вот этот, наверное. Нет? Да, так я взяла его, все. Прикол. Ну вот, а, наверное, торговец-кочевник вот этот. Ладно, сейчас. Сейчас мы дохерачим. Ну что это за шарики какие-то непонятные? Это обломки босса? Вы помните, он уже из этого собирался? Что это вообще такое, зачем? Так, мы все скачем. Так, зайки барашков. Что? Это как понимать? Он меня, смотрите, хочет ударить. Зачем? Я ж тебя-то не бью, дурень. Так, а где, собственно, мой второй этот? Угар. Проебала момент, прикиньте. Да прыгай! Убьют. Я ничего не вижу. Ух! Смотри, он его повалил. А чё это ты упал? На колени, сказала! У меня уже инвентарь 5000. Ща. О, здоров. Там второй что ли бежит или мне кажется? Нормально, она ему снесла. Все. Ну, смотрите, было 5600, да? А сейчас сколько стало? 6. Короче, по косарю. Ровнее спин. Сейчас я прочитаю, секундочку. Колени.
и упала вниз. Ты второго чела призвал, а? Зачем ты это сделал? Нет, не призвал. Ты дерево поломал! Ему по писке прямо. Конец. По письке ему, а? Что это там делал? Ничего. Ну все, давай. Пока ты орешь, я тебя уже отхерачила. Чел. Сейчас было не очень. Какой, да? Ой, обожаю, когда критический удар. Все. Можем скакать. Так, скачем сюда. Так, подождите, что вы там написали про критуру? Блин, буду знать. Я буду сегодня без слова. Да. Так. Сейчас посмотрим. Восемь тысяч. Кайф. Два раза даже можно что-то прокачать. Не хватает 100 рублей. Ну, ребята, придется сейчас еще соточку добить. Я не потеряю половину. Сейчас кого-нибудь замочим быренько. Ну, баран, ты выпендривался. Ты выпендривался, как бы, ну. Сколько мне это дало? Нисколько. Блин, извини. Не хотела. Обновление? Обновление Elden Ring? Ладно, сейчас. Попуща. Или попуща. Это типа попутчик. Блядь! Нахуй, блядь, говно. С своим щитом вонючим, блядь, вот он, бесячий тварь. Бесячий тварь! Вот, все. Твоя смерть. Пока ты замахиваешься, я тебя уже уничтожила. Так. Сейчас. Что там? Клип скинул тебе. Спасибо. Ну все. Что такое-то? Мешает. Сила. Она не хочет уходить. Ну все, погнали. Я знаю. Меня бесит замахиваться. Ладно, потом исправим. Итак, все, ребята, гоним нашему боссу. Посмотрим, что из этого получится. Но мне кажется, я проиграю. А что, не надо, что ли? Не надо качать силу на катаны? Блин, вы посмотрите, кто сюда приходит, как бы, и я просто с двумя мечами.
Ну похуй, ладно. Будем знать. Ну что ж, попробуем. Блять, охуенно. Это что такое, блядь? Пора босса добить. А, ну сейчас еще раз. Тяжелая слишком. Почему? Думаешь? 40 я вешу. Доступно 54. А, вызвать духов еще. Ну ладно, давайте попробуем. Да я просто пробую на самом деле. И просто нужно уворачиваться в сторону, а я в сторону не увернулась. Блять, охуенно. Так, надо еще понять, блять, как это сделать, сука. Да, походу я реально очень тяжелая. Я потому что не понимаю. Блядь, она не может уворачиваться, сука. Она вообще не может уворачиваться. Жестко. Блин, она реально очень тяжелая, походу. Dance time. Ага. Так, давайте посмотрим. Ну может мне реально что-то сбросить, я не знаю. Ну, хорошо, 2,6. Самое легкое вот у меня. В целом, все. А, 7,8. Ну, я не знаю вообще. Ну, ладно, давайте попробуем. Просто затестим. А, еще лук и все стрелы. Да, точно. Сейчас, секунду. Блин, нифига. И сколько мы... Мы теперь весим 34 килограмма. У нас недовес. 4 это вредно, это кушаю. Дэнс там, меня вообще видно лицо? Да. Я особо-то и не могу танцевать. Был танец. Блин, конечно, да, это очень неудобно здесь уворачиваться по максималке. Ну, вообще, я типа Робин Гуд еще как-то. Да. Ладно, давайте пробовать. Все равно он очень медленно уворачивается. Потому что я вам говорю, он запаздывает. Можно еще? А, только один призыв, да?
нормально. Он быстрее меня намного. Бля, я ему половину хп снесла. Я его бью, он не бьет. Я зажимаю, блядь, это сука тупая! Извините. Он козел. Щит убери. А, давайте сейчас щит уберем. Да, реально. Ой, зачем я это сделала? Нормально. Ноль. Так, что хотела? А, щит убрать. Ладно, еще попробуем. Подожди, вот я зажимаю, значит, вот эту штуку. Нет, я как бы зажала. Вау. Короче, ты не всегда бьешь, то есть у тебя через атаку. А, ну нужно просто зажимать, я понял. А я просто один раз нажимаю. Нет, и так можно. Ладно, еще попробуем. Я. 6. Ну ладно. Может попробуем дракона хотя бы убить? Надо еще качнуться. А, не надо нажимать, надо постоянно. Я так и делаю, он просто тупой. Фух. Меня просто это немножечко выбесило. Спокойно. А, давайте дракона убьем. Кого-нибудь уже, ну. Уже пора, все. Ну тогда, приветик. Тут такие фантом. О, дракон сильнее, серьезно? Пизданулся. А кого можно убить так, чтобы... А, тогда вот этот босс, который здесь вот тусил. Давайте попробуем. В пещере. Да, еще давно. Ой, у меня так далеко этот микрофон. Сейчас, вот где-то в этой области. Попробуем. Блин, как скучно качать этот левел, вы себе не представляете. Мне вообще очень скучно его качать. Просто максимально. Где? Где-то здесь. Попробуем его хотя бы убить. Кого-нибудь уже можно? Так. И где? Где-то здесь. Нет, не здесь. А у меня не получается его убить. Он тоже сильный. Он на коне.
А где? Здесь же где-то был. Вот этот из шариков, который. Куда он делся? А реально, куда он делся-то? А вот здесь что? Ну ладно, давайте да попробуем этого рыцаря убить. Ой, это что такое? О, давайте его. Но это не босс. Ну, он даже не так уж и много сносит. А у пендронов-то сколько было? Вот, смотрите, еще один лежит. А, нет. Сколько у пендронов-то было? Капец. Короче, весь смысл заключается в том, что нет скорости. Что она когда даже, как, ну, типа, когда пытается увернуться, у нее просто не хватает скорости это сделать. Вот и все. А здесь что? Вот только таком бы есть. Да, реально, можно его убить просто потому, что он еще лежит. А это что такое за чаша? Сколько звездосвета? А кому нужен этот звездосвет? Звездосвет, точнее. А это что такое? А, это мои эти... Мои хилки. Не хилки, в смысле, а вещички эти, руны. Ладно, давайте попробуем. Давайте еще раз. Попробуем его просто запиздохать. Мы уже пробовали, конечно, в начале игры. Но если не получится, тогда похуй. А что это у меня написано справа такое? Видите, там какая-то... Какие-то надписи. Ваши ставочки. Не, ну в целом-то реально даже. Ой, промахнулась чуть-чуть. Ой! Лошадь скоро. ХПшка закончится. А я могу призвать что-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет.
Да блядь, ты не можешь попасть, что ли? Короче, он все попал начал. А у него же еще и разные стадии. Что он делает? Что это он сделал? А где лошадь, блядь? Почему лошади нет? Почему мы на осле? Ладно, я его сейчас убью, суку. Сейчас он пиздец будет. Я уже в целом, ну, поняла, как он атакует. Не знаю, правда, про другие его стадии. А что это за медуза? Ну-ка. Что будет? Ой. Короче, медуза это хуёво. А что она делает там, подожди? А, она его на расстоянии херачит. Кстати, это не... прикольно. Потому что дистанционно очень. Давай поближе к медузе идем. Или что она делает ему вообще? Не трогай! Травит. Танкует? Давайте считать реальные попытки. Молодец! Спокойно. Кого качнуть? А, медузу, да? Ну тогда будем волков этих призывать. О, так это мои хилки, что ли? Они же были у этого чела. Игра это я тут встала. Блять, я не могу с этой хуйней. Под раздачу попала. Захочется быстрее его убить, я поэтому, ну, даже не уворачиваюсь, типа, просто лезу под нож. Ну, давай, сука. Я хотела забрать свои эти. Блять, это сука, блять! Ну все. Блять, я не могу это пиздец. Говно. Я его убью. У меня получилось его почти убить. Я его убью, суку.
Где он? Дай, может, пройти как бы, нет? Один призыв можно сделать. Блять. Жалко, что нельзя лошадь похилить. Вообще лошадь можно как-то прокачивать? Когда лошадь погибает, ты можешь ей дать багровые слезы, и она... Я не успела прочитать, что написано нахуй! Блять, сука! Я его убью, сука. Ой. Ты умрешь. Раздачу опять. Килим, килим, килим. Ну так, сука, блядь. Сука, вон еще. Хотела ему прыгнуть, прямо на голову ударить. Я сношу ровно до половины. Какой раз. Ладно, если он уходит в угол, то просто не буду подходить к этому углу. Блин, уже. Ну ладно, короче, давайте нет. Давайте здесь закончим, потому что нам еще две серии Lost смотреть. Ребят, всем огромное спасибо, кто меня на Ютубе смотрел. Всех люблю, обожаю. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всех люблю. Да. Спасибо за просмотр. Ребят, давайте сделаем 10-минутный перерыв, и две серии Lost нас ждет. Няньки! Давайте, сейчас приду. А у меня мышка не брать. А вот все.